Здравствуйте, друзья! Буду монтировать планку примыкания кровли к стене. Вот заказал я такую планку, ее размеры 14×15. Крепить буду на кровельные саморезы. Угол у меня вот этот между стеной и кровлей где-то 110 градусов. Планку я заказывал немножко больше, 120 градусов, чтобы ее прижать к стене. Так как сюда крепить я не буду пенопласт, я просто прижму ее максимально к стене. Сейчас сделаю разметку. Мне нужно отмерить расстояние от стены до края планки. И маркером нанесу вот здесь на профлисте, чтобы все планки были закреплены по линии. Теперь прикручиваю планки. Вот так я сделал, друзья, примыкание кровли к стене. Крепил планки на саморез длиной 25 мм, только в металл, верхнюю волну профлиста. К обрешетке не крепил. Шаг саморезов где-то через одну, где-то через две волны. Решил сделать вот такой большой нахлест, чтобы не резать вот эти планки. Мне кажется, так будет лучше. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.